Добрый день, уважаемые друзья! Уходящий год был, на мой взгляд, очень успешным для сборной команды России по фехтованию и Федерации. Прекрасно выступили на чемпионате мира в Москве. Домашний чемпионат, он всегда непростой. В своих стенах, с одной стороны, легче как бы выступать, но с другой стороны, увеличивается ответственность за то, что ты делаешь. 4 золотые медали, 4 серебряные, 1 бронзовая, они действительно подтверждают силу нашей команды. Были медали как бы незапланированные, на мой взгляд. Это у Артура Ахматхузина, который после сложнейших операций восстановился и выиграл медаль, и у Аиды Шанаевой, которая только-только вошла в тренировочный процесс после рождения ребенка. Она потрясающе, на мой взгляд, фехтовала, и была в шаге, даже в полушаге от золотой медали, потому что она и не Дереглазовой составила серьезную конкуренцию. Должен сказать, что чемпионат мира был организован и прошел на высоком уровне, на очень высоком уровне. Большое спасибо вам, Елена Борисовна, за то, что вы декорировали зал так красиво. Во всяком случае, все, кто приходил в зал, восторгались этим панно с фехтовальщиками. Все было очень здорово. И результат, в принципе, нас очень радует. Тем более, что помимо первого места общекомандного, сборная России завоевала Кубок нации. 16-й год – тяжелый год будет. Во-первых, это же все же Олимпийский год. Олимпиада, она отличается от других соревнований, от того же чемпионата мира, Европы. Как правило, на Олимпиаде выигрывает тот, кто более всех раскрепощен. Тут даже дело, может быть, не в технике владения оружием и тактики, а тот, кто себя очень свободно чувствует на дорожках, чему мы имели подтверждение на всех предыдущих олимпиадах. И, как правило, выигрывают олимпиаду вообще-то молодые ребята и девочки. Я хочу поздравить всех спортсменов, тренеров, членов их семей с наступающим Новым годом, пожелать всем благополучия в Новом году, хороших впечатлений от предстоящего года, несмотря на то, что он будет такой тревожный, нервный немножко. Хочу пожелать здоровья, чтобы ни у кого не было неприятностей со здоровьем, травм, чтобы все дошли до Олимпиады. Хочу пожелать, чтобы политическая обстановка, она разрядилась, и мы жили в более спокойном мире.